Привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем готовить фрикадельки из индейки. Это любимое всеми блюдо, особенно детьми. Я постоянно их готовлю именно по этому рецепту. Обязательно попробуйте и напишите в комментариях, как у вас получилось. Фишка в том, что индейку довольно трудно приготовить так, чтобы она была мягкой, а фрикадельки не были деревянными. Они будут мягкие, нежные и сочные. Итак, пробуем. Погнали! Начинаем приготовление фрикаделек мы с фарша. Натрем небольшой кусочек пармезана на самой мелкой терке. Конечно же, можно уже взять готовый в магазине натертый. Затем мы добавляем фарш индейки. У меня готовый покупной из магазина. Вы можете самостоятельно приготовить его, если у вас есть время и желание. Просто пропустив через мясорубку фарш индейки двух видов, допустим, ножку и филе. Затем я засыпаю панировочные сухари. У меня называются панка, я их покупаю на iHerb, они довольно крупные, крупного помола. Такие у нас очень редко можно встретить, так что берите, если что, обычные. Добавляем одно целое яйцо и специи. Это соль, перец, можно добавить орегано и сушеный чеснок. Все ингредиенты мы перемешиваем и начнем формировать наши фрикадельки. Самый удобный способ – это предварительно смазать ладони оливковым или растительным маслом, так фарш не будет прилипать. Размер регулируйте на свой вкус, я делаю их достаточно маленькими. У меня получается целый большой противень фрикаделек, и в духовке они еще уменьшатся в размере, учитывайте этот факт. Теперь отправляем в духовку на 180 градусов, минут на 10-15 максимум, на режим вверх-вниз. Пока фрикадельки у нас находятся в духовке, мы подготовим соус. На сильном огне мы разогреваем оливковое масло, забрасываем туда мелко нарезанную луковицу и обжариваем до золотистого цвета. Затем закидываем крупно порезанный болгарский перец и морковку. Немножко потомим, и приходит очередь брокколи. Я разобрала ее предварительно на соцветия маленькие. Обжарим еще 1-2 минутки буквально. Не забываем про специи, добавляю соль, перец, сушеный чеснок и сушеную паприку. Затем 2 большие столовые ложки томатной пасты. Немножко все это перемешаем и будем заливать бульон, тот, который у вас есть. Я всегда готовлю его предварительно и излишки замораживаю в морозилке. У меня здесь бульон овощной. Смотрите, какого он прикольного фиолетового цвета, потому что я его готовила на красном кейле. Немножко все это помешаем и засыпаем зелень. Можно сушеную или свежую, подойдет петрушка, кинза, ту, которую вы любите. Вот такие фрикадельки получились из духовки. Мы их закидываем сюда же в сковородку к овощам. Все перемешаем, потомим буквально 1-2 минутки и снимаем с огня. Я считаю, что отличный ужин у нас получился, потому что он богат не только белком, но и различными овощами и клетчаткой. Ну вот и все, наш ужин готов, так быстро и просто. Очень классно эти фрикадельки подавать с гарниром из дикого риса или из пюре, используя корень сельдерея в основе плюс картофельное. Это будет очень классное сочетание, попробуйте, особенно вот с этим овощным соусом. Вам обязательно полюбится это блюдо, пробуйте, пишите, что у вас получилось. До новых встреч, пока-пока!